Достаточно ли лекарств для лечения больных коронавирусом в регионе? Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева рассказала нашему телеканалу о том, как лечат больных ковидом, какие препараты имеются в наличии и наблюдается ли нехватка вакцины в регионе. За счет средств федерального бюджета мы закупили лекарственные препараты. И, значит, партия этих лекарственных препаратов буквально вчера поступила в республику. Они были оперативно распределены. Это именно вот эти противовирусные арипривир, коронавир, которые назначаются при коронавирусной инфекции. Сейчас они в том количестве, которое поступили, были распределены пропорционально количеству находящихся сейчас на амбулаторных условиях в поликлинические учреждения республики, включая Махачкалу. И на сегодня, по оперативным данным, количество пациентов, получающих данные лекарственные препараты, составляет более 8 тысяч. В горные районы эти лекарства лечат? В обязательном порядке, в горные районы. Надо сказать, что в горных районах заболеваемость в отдельных у нас сейчас остается достаточно низкой. Но это не говорит о том, что эта инфекция туда может не прийти. Соответственно, эти препараты туда направлены. И помимо этого, значит, получено подтверждение и для подготовки, и дано задание Министерству здравоохранения для подготовки проекта распоряжения о выделении дополнительных средств на закупку лекарственных препаратов для профилактики, то есть для тех лиц, которые были контактными. Да, на первый взгляд, это самые банальные препараты, это арбидол и грипферон, или умепиравир арбидол, грипферон, который мы закупаем, это интерфероны. Да, может быть, цена этих препаратов не столь велика, в общей сложности она будет порядка 500 рублей, но для жителей Республики Дагестан это очень актуально, для того, чтобы мы могли раздать эти препараты, и пациенты, они действительно в соответствии с клиническими рекомендациями рекомендованы как профилактические, имеют определенный свой и вес в профилактике распространения коронавирусной инфекции. 23 числа мы получили более 25 тысяч доз. Если быть совершенно точной, это 25 800 доз. 21 числа мы получили 9 600 доз. Сегодня мы получили более... Это был спутник Ви. Сегодня мы получили более 7 тысяч доз вакцины «Эпивак Корона», который также сейчас будет уже подготовлен приказ о распределении, будет распределяться и направляться в медицинские учреждения республики.